Всем привет, с вами Рок-Афиша. Провожаем 2018 год. За этот год мы увидели таких артистов, как Линда, Князь, Пассаж, Конкорд Оркестра, Доминия, Антоха МС, Коррозия, Пошлая Молли, Мастлайт, Каста, Скриптонит, Макс Корж, Наутилус Помпилиус, порнофильмы. Хотим вас очень сильно поблагодарить за ту атмосферу, которая сложилась на всех этих концертах, за ваше участие, особенно на таких значимых для нашей общей культуры событиях, как фестиваль Дома Двайпс, Пактанджу, и отдельно стоит отметить премию Jaeger Music Awards, в которой приняли участие большинство самых интересных казахстанских артистов. Отметим последний концерт, который состоялся у нас в этом году. Это группа «Аркона» и группа «Тюр» совместно с алматинской группой «Зараза». Ну и хочется отдельно поблагодарить наших друзей, наших коллег и всех тех артистов, которые представляют сегодняшнюю казахстанскую сцену реально на международном уровне. Это Кинрай, Light Monday, Drum Attack, Fugaz, The Night, Motel Out, Fahrenheit, Black Fat Bone, Hapanasasa, Head and Tea, Comancheros. Мы очень ждем от вас, ребята, новых релизов, новых записей, видеоклипов и очень интересных концертов в первую очередь. И, конечно же, у нас уже готово расписание концертов на следующий год. Все подтвержденные даты вы можете найти на наших ресурсах, в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно. Оставайтесь с нами. Нас ждут приезды таких артистов, как Князь, Би-2, Баста, Монатик, Резонанс Оркестра, группа Мельница. И очень интересное мероприятие в мае. Это тату-фестиваль с участием группы Слот, о чем мы очень подробно уже в ближайшее время всем расскажем. Вас ждет очень большой сюрприз, о котором мы пока еще не говорим. Оставайтесь с нами. Рок-Афиша вас ждет в 2019 году.